Главная новость к этому часу. Дональд Трамп заявил, что не испытывает к Путину ни любви, ни ненависти. Я Мелани Бачина. Здравствуйте. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп частично дезавуировал заявления, которые воспринимались его оппонентами как выражение симпатии по отношению к президенту России Владимиру Путину. They say Donald Trump loves Putin. Мне говорят, Дональд Трамп любит Путина. Я не люблю, я не ненавижу. Мы просто посмотрим, как дело пойдет. Посмотрим. Может быть, у нас будут хорошие отношения, может быть, у нас будут ужасные отношения, может быть, у нас будут отношения где-то посередине. Я могу сказать вот что. Если мы подружимся с Россией, и Россия вместе с нами пойдет и врежет ИГИЛ по полной, то я не против этого. Тем временем Россия заявила, что направила в Средиземное море еще один корвет с крылатыми ракетами «Малахит». Корвет «Мираж» Черноморского флота вышел из порта Севастополя сегодня утром. Еще два корабля с крылатыми ракетами должны были прийти в Средиземное море вчера. Между тем, международное сообщество пока не предлагает ввести какие-либо дополнительные санкции против России в связи с происходящим в Сирии. В Берлине проходит встреча высокопоставленных дипломатов из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Но новые санкции против России из-за Сирии сейчас не обсуждаются. Это официальное заявление МИДа Германии. Несколько дней назад газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что правительство Ангелы Меркель активно ищет возможности повлиять на Кремль в сирийском вопросе. Представители Меркель от комментариев отказались. Половина россиян уверена в причастности украинских военных к крушению малазийского Боинга в Донбассе в 2014 году. Таковы данные опроса в ЦИОМ. 14% опрошенных считают причастными к катастрофе западные спецслужбы. Версию о причастности бойцов самопровозглашенных ЛНР и ДНР верят 4% респондентов. О вине российских спецслужб сказал 1% опрошенных. На прошлой неделе международная следственная группа пришла к выводу, что установка БУК, из которой сбили Боинг, была привезена на территорию Украины из России. Парламент Польши сегодня подавляющим большинством голосов отверг законопроект о почти полном запрете абортов. В понедельник около 100 тысяч женщин в Польше участвовали в акциях протеста против планов запретить прерывание беременности даже в случае изнасилования или угрозы здоровью матери или ребенка. Правящая консервативная партия «Право и справедливость» в последний момент отказалась от поддержки этой инициативы. По словам лидера партии Ярослава Качинского, партия по-прежнему негативно относится к абортам, но законопроекты такого рода требуют дальнейшей проработки. Миллионы людей стоят в пробках, пытаясь сбежать от урагана Мэтью, который бушует в Карибском регионе. Он приближается к американскому штату Флорида, оставив значительные разрушения в Гаити и на Кубе. По данным метеорологов, скорость Мэтью достигает 185 км в час. Власти начали эвакуацию местных жителей в связи с объявленным штормовым предупреждением. Губернатор Флориды сказал, что разрушения могут быть катастрофическими. В Гаити жертвами урагана стали 23 человека. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. В стране даже отложили проведение президентских выборов. Считается, что это самый сильный ураган на Карибах за последние 10 лет. В США арестовали контрактника Агентства национальной безопасности. Гарольда Мартина обвиняют в похищении и незаконном использовании секретных материалов. При обыске в доме Мартина обнаружены файлы, содержащие тайную информацию. Газета «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что речь идет о специальных кодах АНБ, используемых при электронном шпионаже. Мартин отрицает, что продал эту информацию за рубеж или собирался сделать это. Арестованный работал в той же фирме, имеющей контракт с АНБ, что и Эдвард Сноуден, который несколько лет назад предал гласности большое количество секретной информации и скрылся в России. Следственный комитет закрыл дело об экстремизме в отношении бывшего депутата Курской областной думы Ольги Ли за отсутствием состава преступления. В марте Ольга Ли выложила в YouTube ролик, в котором подвергла резкой критике президента России. Депутат заявила, что политика Путина привела к краху финансовой системы и подавлению правового государства. Вскоре после этого на депутата были заведены уголовные дела о возбуждении ненависти к представителям власти и о клевете на местную судью. Украинский боксер Владимир Кличко выступил с резкими заявлениями в адрес британца Тайсона Фьюри. В интервью немецкой газете «Бильд» Кличко заявил, что Фьюри втоптал весь мир бокса в грязь. В прошлом году Кличко потерял все свои чемпионские титулы, неожиданно проиграв Фьюри. В июле должен был состояться матч-реванш, который Фьюри сначала дважды откладывал, потом заявил об уходе из спорта. Через 3 часа после этого Фьюри сказал, что никуда не уходит, а затем еще рассказал, что сидит на кокаине, из-за чего он теперь может...